11 июля «Локомотив» завершил сбор в Австрии и прямиком отправился в Санкт-Петербург, где воскресным вечером разыграет с «Зенитом» первый трофей сезона – Суперкубок России. Город живет предстоящей встречей. Например, в магазине на территории стадиона любой желающий может приобрести памятный шарф, различные вымпелы и значки с матча. Накануне встречи по традиции состоялась предыгровая тренировка. Занятие на стадионе «Петровский» носило непродолжительный, но интенсивный характер. В тренировке принимали участие практически все футболисты основного состава. Отсутствовали лишь травмированные Абаев, Дюрис и Шишуков, а также новичок из Конго Делвин Динга. Обе команды завершили минувший сезон на мажорной ноте, выиграв по трофею. Однако многие специалисты все-таки отдают предпочтение «Зениту», учитывая место проведения встречи. Наши же ребята полны решимости прервать затянувшуюся безвыигрышную серию на берегах Невы. Но, как сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Геннадий Вечеревченко, важнее всех комментариев сама игра. Она и даст ответы на многие вопросы. Не пропустите. 12 июля, 18:00. Суперкубок России. «Зенит», «Локомотив».